Всех приветствую. Сегодня мы на рыбалке. Это у нас вторая серия. Снимаем дальше. Так как у меня фотик снимаю по 30 минут в кадре. Я, конечно, пытаюсь настроить, все равно по 30 минут снимаю, потом сам отключается. Прерывается съемка. То будем снимать серии по 30 минут. В описании под видео будет ссылка на каждую серию, следующую, последующую. Посмотрим, словим сегодня, что не словим. Покуда что вот за полчаса ничего толком не клюнуло. Ну, поснимаем хотя бы нашу природу. Закрепил я фотик на кепке, на козырьке. Так что качество съемки я не знаю, что там не видно сверху. Думаю, будет видно окружающую среду. Всем приятного просмотра. Но говорить не буду, будем ловить рыбу. Рыбачим мы в Житкевском районе, возле аварийного моста. Видно, вот размыли старую дорогу, гора песка лежит, там за этой горой плато такое песчаное. Вот видно дорога, там мост ремонтируется. В этом году тут щучка уже поклевывала, но это надо в хорошее время попасть. Не каждый раз она здесь есть. Конечно, туча с дождем капитальная стоит там. Ну все-таки она бочком пройдет, думаю. Нам она тут не надо. Поплаваем, порыбачим. Красивое зрелище. Тут солнце, там туча такая. О, наша единственная колобаха стоит вдали. Так как я пытался словить на канале живца, карасика, словил всего лишь одного, даже мелочь не поклевывая на полях, мелиоративных каналах. Думаю, на речке что-нибудь дозловим. Наша блесна. Бросаем в сторону травы. Там небольшая коса возле ямы. И должна быть рыба. Она-то должна быть, но может и не ловиться. Ветерок поднялся. Мы тут за горой, так затише. А там волны вон. Так, поменяем приманку. Что у нас тут есть? Это была блесна большая, так. Где-то наша блесна. За неимением ящика все в перемешку. Коробка с-под торта.
куда-то я забросил. Так, так, так. А вот будем пробовать на Джексона 24 грамма. Солнечную погоду неплохо на ней ловится. Только надо крючок прицепить. Это у нас крючки хорошие были. А вот ерундовый. Ай, за пальцы клянул. Тоже маленький, так. А вот крючок без кольца только. Сейчас найдем кольцо. Пальцы наколол. Слышно, сваи забивают, наверное, там. На отбойном молотку. Этот кусок мы снимем. Поцепим побольше. Так как блесна большая, кусок большой. Производителя не знаю, куска обычный. Мы ловим на то, что приходится. Крючок кованый, хороший. Так что пробуем. Пошла. Закрыл коробку, чтоб вдруг, если щуку словим, с подсакой не запутались все кружки наши с коробки. Но это вот блесна, что я бросаю, она ловистая. Много щуки переловила уже. Такую ясную погоду особенно. Красная, неплохо гуляя. Да, и туда, конечно, бросить хотел, куда пошла. Вон бусел прилетел. Видно, не видно. Аист. По-белоруску бусел. Ходит там, жаб собира, наверное. Да рыбу мертвую. Буквально в 20 метрах от нас, 30. Они не боятся людей. Колобаха покуда молчит наша. Не знаю. Вот цапля полетела. Серая. Видно, приземлилась на берегу. Раз аисты с цаплями. Ходят, значит, рыба есть тут. Вон еще одна цапля прилетела. И вон еще, ох, их тут летает. Три цапли и бусел. Еще там где-то в кустах слышно. Побросаем в одну точку, может, на всплеске что-нибудь выйдет хорошее. Туда, где я бросаю, я словил, на колобаху был на 5 килограмм щупака. Щуку. Получается. Бугорок среди ям. Здесь ямы вокруг, вот где мы стоим, ямка. А там, получается, вот мы.
то туда щука выходит на охоту. Короче, уже около часа мы рыбачим, покуда что тихо. Но наш бусел что-то словил там и съел, наверное, рыбку в траве. Два дня дождь был, сегодня дождь уже был. Может, из-за такой погоды клёва нема. Сейчас мелочь есть, гуляю. Ну, одна тучка мимо прошла. Боже, не придя ничего. Сейчас переставимся опять на резину. Так, попробуем. Ставим самую яму, проверим, что там есть. Хватало, немного стукнуло, что-то было, если не
ракушка. Похоже было на рыбий удар. Сейчас посмотрим. Ну, приманка чистая. Наверное, рыбка стукнула небольшая. Проведем еще раз туда. Вот тут илица в этом залее. Так что приманка за собой оставляет след в воду. Что-то намотало, наверное. Вот трава. Чайка полетела. Поднялся ветерок, наверное, уже на кишке дождя нагонит. Вроде ударчик был небольшой.
рыба неактивная. Ну. О, есть. Что-то попалось. Да довольно такое крупное. Будем надеяться, что словим. Пошло в траву. Все-таки коса наша не подвела нас. Ослаблю фрикцион. А то, когда на якоре стою, не люблю рыбу подводить. То, что вот она резво идет куда-то. Обычно можно за якорь зацепиться. Ну, поднимем, посмотрим. А, небольшая штучка. И то хорошо, что-то клюнуло у нас. Сейчас я ее заведу, нашу подсаку. Ну вот, грамм на 600-700 шупачок. Небольшой, но приятно. Первая наша рыбка. Словили на резину. Такая не очень, чтобы активная. Обычно так хорошо прыгает. Засеклась она у нас на основной крючок. Тройничок остался не при деле. Нормально так. Аккуратненько снимем. Сейчас их посадим в ведро. Ну, с первой рыбкой нас. Наберу воды. Опа. Так. И в лодку положим. Накроем крышкой. Полоснули руки. Отцепливаем нашу приманку с подсака. Ну, повела довольно резво так штучка. Проверяйте всегда подсаки на наличие дырок. То, что я был поднял щуку около 3 кг, где-то на 2-2,5. А она проделала дырку. Отцепилась с крючка и свалила обратно в речку. Ну, значит, не моя была. При том, что я ее словил утром. Буквально переплыл. Вон там дальше. Припять. И под кустики забросил. С первого заброса попалась щука. Где-то 2-2,5 кг. И когда я ее стал выводить, она пыталась траву завести. В итоге все-таки я ее затянул в сачок. Она с этого сачка сделала свечку и ушла, откуда пришла. И после этого случая вроде дырки заплел, все равно появляются. Не знаю, или штуки зубами его режут, или такая леска хреновая. Ну, скорее всего, что штуки зубами, то что она вроде и крепкая. Это чайка пролетела. Ну, раз щупаки клюют, значит, они немного активные сегодня. То, что когда мало активные, так за час редко что словишь так особо. Половим на джига. На джиге интересно ловить.
на ступень же эту проводку. Интереснее, чем на блесну или на воблер. Делаем длинную ступеньку. Четыре-пять оборотов катушкой. Добрасываю я до самой косы туда. Получается, приманка у нас сваливается в ямку с мели. На Колобахе покуда что тишина. Можно было пустить по ветру, хай бы шла потиху. А, поставить стационарно, чтобы не плавать за ней по воде. Оп, забросили. Зацеп, что ли? Ну, зацепился. А может, рыба такая? Сейчас проверим. Вроде зацеп неподвижный и опускается. Может, какая сетка стоит? Сейчас поплывем отцепливать приманку нашу. Что там такое? Вроде зацепа не было раньше. Вот, подплыли к зацепу. Не отцепливается. Приспособлениями я никакими не пользуюсь для отцепа. Обычно в обратную сторону и отцепливает. Что она тут такое? Ёлки-палки. О, отцепило. Отцепились, короче. Достали мы нашу приманку. На этом эту серию будем заканчивать. Уже полчаса у нас подошло. Чтобы не монтировать видео, не делать длинным роликом, будем снимать серии по полчаса. Вот в этой второй серии, как вы видели, взяли мы щучку небольшую. Будем ловить дальше. Всем удачного просмотра. Смотрите следующую серию.
будем надеяться, что что-нибудь словим. Всем до свидания.